В Сургутском спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» открылась всероссийская ярмарка меда. На ней можно продегустировать и приобрести не только мед всевозможных сортов, но и продукты пчеловодства. Закрытие зимнего сезона пчеловоды отметили снижением цен на весь ассортимент. На ярмарке теперь значительно дешевле можно купить мед любого сорта – от даникового и липового до эспарцетового, а также продукты пчеловодства – пыльцу, прополис, пергу. Последнее, кстати, считается самым ценным продуктом. Всего 300 граммов перги достаточно взрослому человеку, чтобы повысить иммунитет на полгода. Мед продают не простые реализаторы, а настоящие пчеловоды из Башкирии, Чувашии, Саратовской области и Краснодарского края. У них можно получить и ценную консультацию. Каждый из представленных товаров имеет географическое наименование по региону и местности. В этот раз уже традиционная медовая ярмарка в Сургуте продлится до 29 апреля. А в июле пчеловоды, все они представители Российского национального союза, собираются порадовать сургутян свежеоткаченным медом.